сравнению с прошлым матчем. Вы провели замену в Лиге защиты. Вместо Доминика Динги появился сегодня в старте Никита Наумов. С чем связана была такая ротация? С цифрой. Знаете, с анализом прошлого матча и цифр. Давайте. Еще все? Вопросы? Как можете прокомментировать игру, какие-то слабые или сильные стороны соперника, которые подмечали при подготовке и как готовились к нейтрализовывать? Ну, в принципе, нам удавалось нейтрализовывать. Удавалось просто нейтрализовать человеческий фактор. Понимаете? Ну, это ясно, что у каждого бывают ошибки, каждый, значит, может ошибаться. Поэтому я склонен сам себя обвинять. Значит, ну, а сейчас на концовку, в принципе, я решил уходить с Минского «Динамо», написал только сейчас заявление об уходе. Значит, и, ну, так, есть, наверное, у меня тоже, скажем, много ошибок, наверное, я сделал. Но есть основания. Почему? Потому что, ну, травма капитана, решение Совета Министров. И прочее, прочее, прочее. Все, спасибо за внимание. Спасибо.